Следующее стихотворение я читаю очень редко. И сейчас, воспользовавшись тем, что я читаю произведение от лица мужчины, я его вам расскажу. Это, наверное, мое самое резкое и грубое стихотворение. И прежде чем его прочитать, я хочу сказать, оно не касается никого из сидящих сегодня здесь, в нашем зале. Просто вы его любите, поэтому я его прочитаю. Меня тошнит от вас, от всех. Простите, слишком откровенно ваш злобный и противный смех, больнее, чем кипяток по венам. Мне неприятно наблюдать, как вы ласкаете друг друга и как кидаетесь в кровать, когда одолевает скука. Мне неприятны ваши сны, которые полны разврата, когда в преддверии весны вы без стыда визжите матом. Берете, что попало в рот, и нажираетесь до рвоты, для вас тупоголовый сброд. Вся жизнь — веселая суббота, что не поступок, новый грех, что не любовь, то вновь измена. Меня тошнит от вас, от всех. Простите, слишком.